Пассажиропоток будет сохранен на уровне 2023 года. Полеты из аэропорта Сочи будут осуществляться по 90 направлениям, из которых 64 внутренних и 26 международных. Рейсы будут выполнять 34 регулярных перевозчика, включая 12 иностранных. Из аэропорта курорта будут возобновлены полеты в Волгоград, Читу и Хабаровск. Планируется запустить рейсы по новым дальневосточным направлениям – в Улан-Удэ, Якутск и Благовещенск. Кроме того, будут запущены рейсы Манама-Сочи. Летом продолжится программа полетов по маршруту Сочи-Пхукет. Напомню, летом воздушная гавань Сочи планирует принять 7 миллионов пассажиров. Только за майские праздники аэропорт города обслужил 558 тысяч туристов. Показатель остался на уровне 2023 года.